Слушай, Реджи, а твои друзья-копы случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы, обойдешься. Вот оно как. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь к Августине. А я сейчас вышлю координаты. Спасибо, Реджи, ты самый лучший брат на свете. Нет, лучший брат на свете. Запер бы тебя в шкафу в Сэмон Бэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника, но спасибо за заботу. Редж, ты бы только видел. Дес весь город раскурочил. И люди ходят какие-то все пришибленные и испуганные. Это называется военное положение. Чтобы контролировать город, нужно сломить его жителей. Это точно, они как армия оккупантов. Ты только не кричи на всю улицу. Реджи, те ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Дес одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз сдор. Я потерял... О, шикарно получится. А ну-ка, поберегись. Неплохо, да? Хотите еще разок? Боже, сколько же... Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь, и пусть сразу сдаются? Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав. Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Все понятно? Туда пути нет. Только с работой. Реально сработало!
извращенцы. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо же, а я ведь твердил тебе об этом последние 10. Как, по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. У меня хорошее предчувствие. Пассивное курение вредит здоровью. Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, у меня все супер, лучше не бывает. Еще хочу. Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию, но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно, я залягу на дно, что бы это ни значило. Я тут выяснил кое-что про систему связи Деза. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мегаважный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle. Боюсь, придется лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. А вот чисто гипотетически, ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи. Мне просто нужен... ответ. Я думал, лифты заблокированы. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не ври мне, ладно? Своему брату нужно доверять. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Делсин Роу, бросать трубку некрасиво. Извини, Бетти, но... Дай угадаю, я опять не вовремя. Вообще-то я сейчас как бы карабкаюсь по Space Needle. Прекрасно. Если не хочешь со мной разговаривать, так и скажи. Я перезвоню, Бетти.
Так, отсюда лучше не падать. Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро добери. Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? Я тебя еще не видел. Редж, да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекайся, Делфин. Ты придумал, как вывести из строя оборудование? Да-да, тут такое крепление. Похоже, на нем все антенны и держатся. Отсоси! Это было круто! Так, у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. Это будет эпично! Это чтобы не возиться. Вот это драйв! Надеюсь, Реджи оттуда все видно. Конец креплению. Пара улиц, а все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае.
Эй, Редж, его снизу-то видно? Ха, ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Круто. Но что значит этот знак? Не знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дес. Делсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну то есть, почему не супердым или какой-нибудь человек-труба? Слушай, я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню. Делсин, я кое-что выяснил про одного биотеррориста из той машины. Выкладывай. Я еще в участке. Тут неудобно. Встретимся на углу 4 и Виккерс. На символ Сиэтла Space Needle и водрузил наверху огромное. Кто этот знаменосец и что означает символ на флаге, пока загадка. Но главное понятно, одним биотеррористом все. Маляр! Ха, ну надо такое придумать! Извини, что бросил трубку. Я тут узнал, что есть один маньяк-биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай... Только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимание. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы. Понимаешь? Нет, да? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю у младшего братца. Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером? О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху «Маляр». Братишка, да успокойся ты. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дес только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Thank you.
Скорее всего, там полно людей. Ты был прав, здесь полно людей Деза. Ловят того парня. Ух ты. На карту поставлена. Прости, репутация. Что прерываю. Ну да, моя тоже. Нет, ничего. Этого человека нет в базе. А ведь такой, как будто у него как минимум пара приводов за наркоту. Это убийца! Ты био-террориста! Нет, держи проводника! Ну, флаг вам в руки! Thank you.
Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ах ты! Что ах ты? Что? Делсин, ты как? Я нашел снайпера. Иду за ним. Будь осторожен. Не банальный совет. Нет, 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 не стреляй! Я тебя не трону! Спокойно, спокойно! Я один из вас! То есть, один из нас! Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю! Особенно, если не догоню! Стой! Вернись! Ну и катись себе! Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд. Хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно. Перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он вытворял. У него там лазеры или еще что. Заиметь бы так. Так, я на месте. И что мне нужно искать? Не все, что поможет установить личность снайпера. Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? Да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. В каком это смысле? Не знаю, просто девчачья. Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене. Красивым почерком. И в конце концов, это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял, ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. Ну, это точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил. Вот это да. Серийный убийца читает Джейн Эйр? Джейн Эйр, это над пропастью во ржи для девочек. Ну, теперь понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. А кто такой бренд? Понятия не имею. Ну, еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Ну, это определенно зацепка. Да, это зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя бренд. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дым и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Хоть какая-то польза была бы. Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо. Не надо думать про лифчики. И я вот встречаю в гостиную такое пуф-пуф дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован 2 года назад за хранение наркотиков. И еще. Через 2 месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти – ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилеров. Похоже на то. Странно. Если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа, кто под руку подвернется? А что странного? Ну, по уму Дес упирал бы на то, что жертвы не были случайными. Чтобы законопослушные люди не дергались, так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дес пытается напугать людей?
Их задача пресекать панику. Эй, я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками барыжат наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силой? Я не говорил убей, просто всыпем, напугай, уничтожь товар. Делфин, я слышал выстрелы. Ты их убил? Я пытался исполнить гражданский долг, а они свой преступный долг. Редж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, что она еще и киллерша. И тоже первоклассная. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. Лучше не оставлять зажженные свечи. Да уж, деваха не промах. А вот и главная достопримечательность. Диагноз. Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел.